Всем привет на моем канале, снимаю в вечернее время. Как бы сегодня заходил на сайт Министерства транспорта, и там у них как бы написано, то есть Министерство транспорта Польши, и у них написано объявление, что нужны водителя на автобусы и также водителя на трамвае. Но сейчас как бы на трамвай набора нету, но написано, что 23 января 2017 года им на работу требуются водителя автобусов. Значит, как бы требования такие, чтобы изначально бы, если у вас есть опыт работы на автобусе, если есть опыт работы на автобусе, отлично, как бы приветствуйте, вы складываете резюме, проходите собеседование, и в принципе вы можете работать. Зарплата изначально, если вы без стажа, то у вас зарплата будет 3600 брутто. Это где-то это грязными, на руки где-то получается 2700-2800 чистыми. Но плюс, если вы уже как бы работаете, у вас появился стаж, то вам еще доплачивают премии, и также со стажем у вас увеличивается зарплата. Но если вы также, у вас только есть категория Б, и вы ищете работу, то также как бы при этом в Министерстве транспорта объявляется конкурс на обучение молодых специалистов, то есть проводят обучение, сдаете как бы на категорию, чтобы водить автобус, и после этого вас берут на работу. В принципе, нормально, официально, по умове по праце, все чисто, налоги платятся, то есть в принципе хороший вариант как бы устроиться на работу. Кому была полезная информация, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего.